Bună dimineața, cu voie bună în suflet, sperăm că v-ați pregătit cafeaua sau ceaiul și intenționați să îl savurați împreună cu noi. Доброе утро, дорогие друзья, дорогие бельчане. Надеюсь, что сегодня прекрасное настроение, прекрасное утро. И сегодня в этот день отмечаются такие праздники, как День архивов в России. Пока это не официальный праздник, но надеюсь скоро, что это будет официальный праздник, потому что архивы нужны не только в России, но и в Молдове. Поэтому этот праздник занесен пока как тот праздник, который отмечается только у этих служб, но... Надеюсь, что будет все в порядке и дальше с этими архивами. Мы будем знать, кто где родился, когда события такие, как мы сейчас с тобой и говорим. Также 7 марта в народном календаре Тарас Бессонный. Дата по старому стилю, но отмечается он именно 10-го. Почему? Потому что патриарх Константинопольский жил в начале 8 и 9 века. И он был, отличался исключительной добротой. Был отцом нищих, сирот и утешителем скорбящих. Вот так вот. Un eveniment mai, de fapt nu un eveniment, o dată mai, puțin mai tristă, care a avut loc anume pe 10 martie, în anul 1954. Noi socotim, noi o considerăm tristă pentru că s-a născut unul dintre cei mai temuți și căutați teroriști din istoria lumii și anume, probabil cu toții am cunoscut, am auzit de Osama Bin Laden. Acesta a fost principalul suspect al atentatelor din 11 septembrie anul 2001 de la New York, în urma cărora și-au pierdut viața aproape 3.000 de cetățeni. După o supraveghere secretă ce a durat luni întregi a localului unde se bănuia că se află ascunzișul dușmanului numărul 1 al Statelor Unite, pentru că așa este numit în Statele Unite, Osama Bin Laden a fost ucis în zorii zilei de 2 mai 2011, deși unii oameni mai consideră că totuși el nu a fost asasinat și a fost doar un scenariu, cine știe. Data la care a luat ființă Al-Qaeda este incertă. Se pare că Bin Laden a pus bazele organizației în 1987 sau în anul 1988. Și iată, de atunci, în această perioadă, au fost săvârșite multe, multe tentative, multe omoruri... Е, май бине са не оприма. И че я, са тречем на чем май. Я скажу так, нехороший человек, редиска. Редиска. Аша, да, мале. Са тречем на чем май густос, я зик са приготовишь чего де мънкаре. Точно. Вот завтрак это самое главное, да, и самое первое. Что у нас на завтрак, Наташ? И нов салата. О, салат я люблю. Pregătim salată din crabi, ouă, maioneză și porumb. Probabil că ați mai pregătit astfel de salate, dar vă reamintim că există, iată, așa, un produs sănătos ca crabii, porumbul, care sunt benefice indiferent că este vorba de micul dejun, de prânz sau de cină. Deci crabă, iețo, cucuruză, da? Da, ouă, maioneză și porumb. Este foarte simplu, se face în câteva minute. Nu mi-e кажется, că este очень питательный салатик, da? Da, pentru că din nou este ouă, sunt bastonașe din crabi. И вкусный, и главное без мяса, опять же. Da, dar sunt bastonașele din crabi care de asemenea по калорийности, да? Да, да. Превышают. Но все равно не мясо. Bine, nu. De fapt, știi că salata poate fi schimbată, adică unele ingrediente pot fi schimbate. În loc de bastonașe din crabi, poți adăuga carne, carnea fiartă. Nu, надеюсь, шолдер de găină, piept de găină, după dorință. Надеюсь, он очень полезный и очень вкусный, как и все наши салаты, которые мы делали специально для вас. А пока Наташа готовит вот этот замечательный салат, я вам расскажу, какие замечательные события были в истории 10 марта. Началась первая океанская женская одиночная кругосветка. Ее организовала жительница Польши Кристина Хайновская. И это первая женская одиночная кругосветка, и она проплыла много океанов и много морей. Несколько групп астрономов США, Австралии, Индии открыли кольца Урана. Если ты знаешь, что раньше никто не открывал до этого, что на Уране есть вот эти кольца. А вот они вместе взялись и все-таки выяснили, что, как и у Сатурна, у Урана есть вот эти кольца, которые кружатся вокруг вот этой планеты. Редкий парад планет
все 9 планет. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов. То есть это был парад планет, он проходит буквально каждые 100 лет и составляет 95 градусов, и можно практически увидеть все планеты нашей Солнечной системы. В этот день также издан первый печатный учебник по географии на русском языке. География считается одной из древнейших наук, как самостоятельная область научных знаний. Без географии мы не будем знать, где находится, допустим, та же Америка, та же Румыния, Украина и все такое. Поэтому в этот день именно на русском языке мы знаем, что есть такая наука, как география. Алмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию. Американский бизнесмен из города Канзас-Сити, штат Миссури, 10 марта запатентовал автоматическую телефонную станцию, чем заслужил титул отца всех АТС. Потому что раньше не было автоматических вот этих станций, а он первый открыл, что все-таки вот с автоматом можно звонить и говорить с друг другом. Что у нас с салатом? De ce am tăiat bastonașele din crabi, am tăiat ouăle. Acum adăugăm porumbul. Așa. Și maioneza. Так. Eu sare nu mai adaug, pentru că, după cum îți mai spuneam, nu prefer mâncarea sărată. Foarte sărată, adaug puțin. Dar pentru că aici avem maioneză, nu este neapărat să adăugăm sare. Так. Și le amestecăm. Пока Наташа мешает, я еще скажу, что родились в этот день такие замечательные люди, как Александр Зацепин, советский российский композитор. На его счету более 300 песен. Самые его знаменитые – это «Земля Санникова», «Женщина, которая поет», «Операция и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «12 стульев». В общем, вот эти все знаменитые мелодии – это вот он, Александр Зацепин, сочинял. Также в этот день родился замечательный актер, мастер боевых искусств Чак Норрис. Владимир Гостюкин, советский и белорусский актер театра и кино, народный артист Белоруссии. Шерон Стоун, американская модель и киноактриса. Это очень замечательная актриса. Я помню ее фильмы, как только вышли, сразу она стала суперзвездой. Потому что женщина на самом деле очень красивая и очень хорошо исполняет всякие знаменитые роли. Ева Герцегова, чешская супермодель. Это тоже такая вот высокая-высокая супермодель, которая достигла вот этого пика в модельерстве. Самуэль Ито, это для тех, кто любит футбол. Камерунский нападающий сборной Камеруна. Лесам, această gustoșenie în salatieră, dar mai întâi arătăm telespectatorilor cum arată. Este așa, multicoloră. Очень красиво. Și sper că este și gustoasă. Bine, eu țin, hai mănânc. Так. Пробуем. Ну, я знаю, что это очень вкусно. Порумбул есть аша мая пост, и оферу он густ мая. Просто давно не ел. Май суккулент. Но очень вкусно с морепродуктами, всякие салаты, и очень полезно. Спасибо, Наташа. Ну, и тем, как путем санлокуим, pentru a fi și mai sănătoasă această salată, putem să înlocuim maioneza din magazin cu maioneza de casă. Друзья, у нас рубрика «Веселое видео» или «Веселое фото». И сейчас мы поговорим о том, чем полезна микроволновка и что нельзя в ней делать. Не ставить в нее всякие такие предметы, которые вот эти лучи влияют. Кумарфил. Поэтому не повторяйте это дома, но знайте, что вот она вот именно так действует на различные фрукты и предметы. Смотрим. Thank you.
Дорогие друзья, у нас сейчас рубрика «Интересные факты обо всем». Английское прощание «goodbye» в древности звучало более развернуто «goodbye with you», что значит «да пребудет с тобой Бог». Со временем фраза в устной речи стала короче, и к слову «good» добавилось лишь «о». И поэтому все приветствуются так «goodbye», «good day» и все такое. А раньше она звучала совсем по-другому. «Au prescurtat-o și mai mult. Bye». Да, это вообще укоротили там... Па, cum ar fi în limba de stat, па. А на самом деле люди желали раньше друг другу, пусть Господь будет с тобой, там, заходили сразу домой, пусть Господь будет с вами. Vezi, cât suntem noi de lenoși, până și să rostim mai multe cuvinte atunci când ne salutăm, ne este leni. То есть, коротим все, что... Trecem la па, bună, salut. Слова покороче, да, там, как в песне поется, ну... Надеемся, что мы будем помнить об этом. Слово «казино» возникло в 19 веке в Италии как уменьшительно от «касса», «дом», и означало небольшое развлекательное учреждение, где не только могли играть в азартные игры, но также танцевали, слушали музыку. В современном итальянском термине «казино» с ударением на второй слог означает прежде всего «публичный дом». Представляешь? А для именования игорного дома нужно добавить акцент, то есть ставит ударение на последние слова, то есть казино. Ага. Вот тогда мер? Будет правильно. La casino, la casino, la casino. Да, у них нельзя говорить казино, я иду в казино, они сразу подумают, любят публичный дом, таких женщин легкого поведения, поэтому у них правильно говорит казино. Ну, слушай, это интересно, потому что итальянцы, у них немножко другой диалект. В 1973 году IBM выпустила жесткий диск модели 3340. При разработке были заложены два модуля по 30 мегабайт, представляешь? Но потом они их доработали, и было 70 мегабайт. Но для нас это сейчас смешно, потому что у нас такие сейчас, извини, и видео все содержится, там до гигабайтов доходит. И он, как я помню, назывался «Винчестер». Я помню, по всему городу ходили. И... У тебя есть «Винчестер»? У тебя есть «Винчестер»? А «Винчестер» – это, помните, это такая винтовка у американцев. И она, значит, стреляла вот постоянно как автоматическая винтовка. Поэтому вот этот «Винчестер» назывался как накопитель нескольких вот этих фильмов. Или вот поэтому, потому что раньше был один фильм только на диске, а «Винчестер» уже содержал вот эту накопительную систему. Вот так будем знать, почему в это время назывался «Винчестер». Многие банкноты, включая доллары и евро, содержат геометрические узоры. Вот если присмотреться, надо взять, конечно, лупу и смотреть вот на эти доллары. Я смотрел, и действительно это так. То есть там вот стоят, допустим, цифры 2, 4 и, допустим, 2, 4. И напротив друг друга. То есть подделать это практически невозможно. И на каждый... Апрапе, да. Да, и на каждых банкнотах это по-разному. Невооруженным взглядом это невозможно увидеть. Но если вот возьмешь, ты увидишь, что там они у всех разные. Ну, я надеюсь, что доходит до такого, что и поделают и это, да? Есть asta такие... vreau să spun că aproape sunt imposibil de falsificat, pentru că oricum șmecherii găsesc modalități pentru a falsifica și dolari, și euro, și toate valutele străine. Особенно наши лей. Sau леи noștri, да. Ну, у нас, наверное, не цифры там, да? А какие-нибудь там бутылочки вина там или что-нибудь такое там, что не подделывать, да, там такое. Ну, am avut intenția asta și niciodată nu am stat să analizez așa cum arată leu. Știu doar că trebuie să te uiți la soare, să vezi portretul lui Ștefan cel Mare, ceva de genul ăsta, alte detalii despre lei, despre cum sunt produși, nu știu. Ну, это полезно знать, будем знать. Однажды Рафаэль договорился с ключником Сикстинской капеллы и проник в нее, чтобы посмотреть на процесс работы знаменитого Микеланджело. Он там рисовал на потолке. И он был так впечатлен, что вернулся домой и нарисовал фреску пророка Исаии. Понимаешь, вот и тогда был, скажем, такой плагиат. Понимаешь? То есть он увидел, что вот этот Микеланджело рисует так хорошо, но вот это делает фрески. И он взял и тоже, ну, конечно, тоже стал знаменитым, но все-таки некрасиво подражать Микеланджело. Американский стартап Carvana предлагает купить автомобиль и оформить все документы в онлайн-режиме. Клиент может заказать доставку на дом или забрать машину сам. То есть ты заказал, допустим, автомобиль в онлайне,
то есть в интернете, выбрал его, и потом ты приходишь к такому пятиэтажному домику, и машины там стоят. Ты опускаешь специальную монету или жетон, или карточку, выбираешь эту машину, которую даже можешь в это время заменить на другую, которая тебе понравилась. Он крутится, ты опускаешь вот эту карточку, и машина сама роботом опускается, ты садишься в машину без продавца, без ничего, и уехал. Плача идея. Классно, да? Я вис, да. Да, требуя с ай дестой бань пе ачел кар. Ну да, конечно, ты должен. Сау саю монеды форте валороасе. Да. Ка са бенефичиезь де ля сервичи модерне. Прогресс на лицо. Какие у тебя есть интересные факты? Dumitru, tu știi cine sunt cei mai mari cititori din lume? Нет. Подозреваю, но не знаю. Кто? Sunt locuitorii Indiei. Anume, ei sunt cei mai pasionați cititori. Un pasionat de lectură din India citește în medie cam 10,7 ore pe săptămână, aproape 11 ore pe săptămână. Fapt ce nu putem spune și despre moldoveni sau despre alte naționalități. 50 Shades of the Grey reprezintă un fenomen internațional și sunt cele mai bine vândute cărți scrise de James în întreaga lume. Știi despre acest film? Da, da. În rusă, film. Da, 50 оттенков серого. Серого, да. Este filmul care a cucerit mai ales adolescenții, uh-huh, pentru felul așa mai deliberat a actorilor de a transmite mesajul. Da, neobișnui, da, film. Iată că James a găsit cheia succesului și printr-un asemenea roman s-a făcut cunoscut în întreaga lume și a reușit să câștige milioane de dolari. Молодец! Молодец. Cuvântul japonez sundoku se referă la cel care își cumpără tot timpul cărți, dar nu le citește niciodată. Iată că avem și așa oameni care cumpără cărți în permanență doar pentru a le pune undeva pe raft, pentru a avea bibliotecă. Vine cineva în ospeție, băi, ești un om de da, cultură, citești da. Mult. Când de fapt, de lui, deja nici citau. Doar așa le-a cumpărat de frumusețe. Plăcerea de a mirosi cărți vechi poartă numele de bibliosmia. Uh-huh. Știi doar că fiecare carte are mirosul său specific în funcție de tipografia unde a fost tipărită, în funcție de câți ani a fost păstrată și unde a fost păstrată. Iată că sunt oameni care preferă să miroase cărțile și prind plăcere de la acest lucru. Deci, zarplată, da? Pălușează? Nu, prin plăcere de la acest lucru. Nraiați. Cea mai mică carte din lume este deținută de Biblioteca Națională din Țara Galilor și se numește Bătrânul Rege Cole. Carticica are 1 mm lungime și 1 mm lățime. Pentru a trece de la o pagină la alta, ai nevoie de un ac. Îți imaginezi? Am luat așa o cărțulie și cu acul... nu știu cum scrită, e posibil să citești cu o super mega lupă. Cum au făcut-o, cum s-o răsfoiești, cum s-o citești, aici sunt multe întrebări pe care nu știm dacă o să le mai găsim răspunsul. Cărțile din seria Harry Potter sunt pe lista celor mai interzise cărți din Statele Unite ale Americii, din cauza plângerilor din partea cultelor religioase. Iată așa, cu toate că este sunt niște cărți care au fost pe urmă cărora au fost regizate filme cunoscute în întreaga lume, la fel de adolescenți, dar și maturi care preferă science fiction. Dar iată că religia este împotriva vrăjitoriilor și au interzis aceste cărți în Statele Unite. Da, eu nu știu. Все-таки запрещает, да? La noi nu, noi putem să citim în liniște. Nu. Слушай, есть, что можно, есть, что нельзя. Для кого-то это можно, для кого-то нельзя. То же самое фильм «50 оттенков серого». Да? Для кого-то можно, а для кого-то нельзя. Также «Гарри Поттер». Кому-то можно, кто-то понимает, а кому-то нет. Будем читать, будем просвещаться. Потому что кто читает книги, практически самый умный становится на Земле. Самый начитанный и, скажем так, ученую степень получает. Мы продолжаем программу «Доброе утро». И сегодня у нас в гостях замечательный человек, футболист, капитан команды ФК «Заря» Александр Аника. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Спасибо, что пригласили на передачу.
Как настроение? Все хорошо, все как с утра. Встаем и сразу энергия есть. Да? А как ты обычно просыпаешься, вот как профессиональный футболист? Как мы обычно... Или как обычный человек? Ну, как обычный человек, я стою с утра, умываюсь, как обычно, там, сначала пью один стакан воды, угу. Как перед едой, потом кофе, и потом завтракаю, и разминку делаю, свои дела дальше. Молодец. Сколько лет ты занимаешься уже профессиональным футболом? Я занимаюсь со второго класса футболом, а профессионально уже с девятого класса. Не могу сказать года точно, но вот с девятого класса то уже точно начал заниматься профессионально. То есть спортшкола, да? Спортшкола, это в Кишиневе такое спортивное лице есть. Угу. Там начал, и потом не спорт, и дальше пошло. Но ты сам с детства захотел уже? Да, вот, да. Или родители все-таки не стояли? У меня папа сильно хотел, чтобы я стал футболистом, и внушил мне вот эту любовь к футболу. И, угу. И так получилось, что я полюбил этот спорт и начал дальше играть и получать удовольствие от него. А папа что, занимался футболом? Нет, папа у нас не занимался профессиональным футболом, но любительским. Любительский, но очень, да? Любительский футбол, но очень... Такой болельщик, как мы, да? Да, болельщик такой ярый, и всегда он критиковал меня, и сейчас критикует. И каждый раз, не имеет значения, что я делаю плохо или хорошо, он всегда меня критикует. В каких клубах, ну, за сборную я знаю, в каких клубах ты раньше играл до ФК «Заря»? До ФК «Заря», ну, начинать с первого клуба или... Да. Так, ну, первый мой клуб был, как я говорил, спортивный лицей. Тогда мы играли в ниже дивизии. Угу. Играли. Потом через год перешел в более профессиональный клуб, это «Униспорт Ауто». Ага, я помню, да. Да, «Униспорт», тогда был президентом Натан Бартвель. Угу. И потом уже пошло, перешел в российские клубы в 18 лет, вроде, если я не ошибаюсь. Так. «Спартак Челябинск», потом «Спартак», «КамАЗ», «Набережные Челны», и потом вернулся обратно в дачу. Уже выше лигу. Угу. И оттуда с дачи я перешел уже в украинскую Полтаву, в Орско-Полтаву. Угу. И там, ну, полтора года был, и вернулся опять в дачи, потом в Шериф. И был в Узбекистане в «Локомотиве», там в «Нефчи». И опять вернулся, уже в «Зимбру» был. Все-таки и... тянет тебя к родной да, земле, да? Ну, как всегда, любой, ну, человек, не имеет значения, где он... родился летом, все равно тянет домой. И потом перешел в «Зимбру», и в «Зимбру» уже поступило предложение из команды с «Бельцы», «Заря Бельцы». Угу. А сейчас какая атмосфера вот в клубе между ребятами? Атмосфера у нас хорошая. Начали вторую половину сезона, начали хорошо. Выиграли, да, хорошо. Выиграли две игры. Умел сами первую игру, 2-1, потом у «Академии» выиграли. Сейчас надо с каждой игрой прибавлять и выиграть каждую игру. Угу. А семью берешь с собой или всегда на месте? Как? Нет, семья, к сожалению, сейчас не рядом со мной. Они приедут чуть попозже, угу, соскучаю, угу, по ним. Скучаешь, и, да? Да, скучаю. Ну, как всегда, семья – это важно. Да. А сколько детей у тебя? У меня их трое. Один мальчик и две девочки. Да. А вот... кто-то пошел по своим стопам, кто-то хочет заниматься футболом. Да, старший сын, у него это 7 лет, он уже тренируется в команде «Зимбру» в Кишиневе. Так дома иногда тоже занимаемся, там, угу, пару уроков даю. То есть ты такой папа-тренер, да? Ну, рода? Скажем так, он всегда хочет, давай, тренируй меня. Ну, получается, иногда да, иногда нет. Ты устаешь, да, там? Не, ну, желание, у него главное, что есть желание, хочет всегда быть футболистом, и там говорит про одного футболиста, про второго, третьего. Угу. Ну, желание есть, это самое главное. Вот это было твое желание попасть в наш клуб, или предложение такое выгодное было? Расскажи нам, из Кишинева в Бельцы. Вот. Да, было такое предложение, есть у нас президент Адриан Богдан, угу, и тогда был еще тренер Зайцев с Украины, они мне пригласили их, ну, сказали, хороший проект был, угу, и есть. И я согласился сразу, и мы, ну, скажем, не с первого сезона, но со следующего мы уже были обладатели Кубка страны. Да. И сейчас уже стремимся к чемпионству. Но уже как будет, в конце мая узнаем. Угу.
Ваш тренер как, он строгий или так подход индивидуальный каждому имеет? Что можешь сказать? Ну, про нашего тренера что могу? Я много не могу сказать про него. Мы, у нас только рабочий разговор, он так находит общий язык со всеми футболистами. У нас в основном игроки такие более, ну, возраст такой, они все понимают, и тренер, даже не надо ему много говорить, и мы все сразу понимаем. То есть такой настоящий, да, тренер, да, настоящий психолог, тренер, да? Да, психолог, и знает, когда кричать, когда спокойно. Все, все в меру, скажем так. А с кем из команды ты вот более сдружился, или со всеми одинаково, или все-таки есть какой-то друг такой вот, нет, что вы друг друга поддерживаете? Я как капитан со всеми должен дружить и со всеми найти общий язык. Ну, у меня, ну, много общаемся с Вадимом Радцевым, у нас так сложились такие отношения. Мы играли еще в «Шерифе» вместе, он молодой, и как-то мы так сдружились и общаемся чаще. А так я со всеми нашел общий язык и нормально общаемся. Ну, тоже спрошу такой же вопрос, как и про тренера. Ты вот строгий капитан или все-таки вот у тебя есть своя тактика, вот, чтобы поставить ребят именно на победу, на выигрыш, скажем так? Да, я всегда должен поддержать команду, всегда должен найти слова, чтобы настроить их, я как, скажем, как тренер их на поле. И всегда поддерживаю их. Ну, не скажу, что я строгий или что-то там. Мы все ошибаемся, все играем. Мы одна команда. У нас не по отдельности. Так что спокойно. Хорошо. Какие планы вообще всей команды? Не только на сезон, а вот на дальнейшее. Есть какие-то мечты у вас, планы? Вот? Конечно. У каждого футболиста есть и мечта, и планы. Но пока мы идем к каждой игре и хотим выиграть. Это самое главное. Планы уже не можем строить, потому что это футбол. Из-за этого он и интересен, и красивый, потому что нельзя составлять планы. Ну, мы хотим играть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, как можно выше играть и принести бельчанам только, ну, красивый футбол, и, может, и хорошие команды придут к нам. Ну, мы надеемся на это, мы видим, что команда, конечно, уже совсем другая, уже профессиональная, уже ребята играют хорошо. Спасибо за визит, Александр. Твои пожелания нашим бельчанам в это утро? Что сказать, чтобы просыпались каждое утро с хорошим настроением, заниматься спортом как можно чаще, если они есть свободное время, и приходить на наши игры и поддержать нас. Мы для этого сделаем, мы для них все сделаем, чтобы принести только победы. Спасибо вам, удачи в этом сезоне, стать чемпионами и дальше идти вперед. Спасибо огромное. Спасибо тебе. До свидания. Мы сегодня вам желаем читать побольше книг, просвещаться, с нами тоже изучать интересные факты. Счастливо вам, до свидания. Și pentru că este vineri, să aveți parte de un weekend plăcut și liniștit. La revedere!